Это у нас апартамент 10. Коридорчик. Санузел. И получается гостиная. И место предусмотрено кухня. И гостиная. Видом из окна тоже получается, как и на нижней студии, напротив база отдыха. Ну, это как выглядит гостиная. Хорошо там как отделена кухня. И балкончик. Ну, нормальный. Даже как немножко вид на море. И это спальня получается. Ну да, немножко планировка так. Неправильно, но если человек подумает, ну, можно сделать как очень хорошая, как меблировка, там, кровать и все остальное. И балкончик, ну, тоже как неплохой. Эта квартира получается с двумя балконами. Это у нас спальня. Апартамент 10 получается с общими частями 74 квадратных метров.